Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Я приветствую вас, дорогие мои, и вижу, как тут поддерживает, я вас обнимаю, мои хорошие интеллект-тренеры и всех гостей, которые сюда пришли сегодня впервые. Я вас поздравляю, потому что вы сюда попали не случайно, потому что, значит, у вас был внутренний запрос. Это не вы выбрали сюда прийти, это наша ассоциация, наши интеллект-тренеры выбрали вас как самых достойных, потому что, значит, вам это для чего-то нужно. Побудьте, пожалуйста, до конца, услышьте, и после этого записывайте, какие у вас будут вопросы. Вы сможете потом услышать и отзывы, и задать вопросы нам или тем, кто вас пригласил. И, ребята, может быть, кто-то сюда пришел с тем, чтобы монетизировать свои знания, да? Именно по этой причине сюда приходит очень много людей, которые уже привыкли кому-то помогать. Это психологи, это педагоги, это различные коучи, бизнес-тренеры, директора школ, сейчас очень много приходят сюда пастыри, да, это международная ассоциация, люди приходят с разных-разных стран, и знаете, так классно, что это вот растущее, постоянно растущее сообщество людей, единомышленников, волонтеров, которые желают помогать. И здесь воссоединились вместе духовно и материально, как два орлиных крыла. И, конечно, это здорово. Когда я об этом впервые услышала, знаете, я подумала, это мечта, потому что где-то вот какие-то бизнесы там больше про деньги, да, вот как продать, как убедить там и так далее. Где-то, может быть, только духовно, да, но мы живем в материальном мире, нам важно зарабатывать деньги, нам нужно кормить семьи. И самое главное, что когда у тебя есть деньги, ты можешь сделать очень много добрых дел, ты можешь заниматься благотворительностью, ты можешь объединиться с другими единомышленниками, выбирать какие-то проекты и решать, и помогать. И разве это не мечта? Миссия нашей ассоциации. Я живу ради того, чтобы делать этот мир лучше. Друзья, поставьте, пожалуйста, кому отзывается эта миссия. Знаки любые, если отзывается, поставьте там сердечки и так далее, и так далее. Ну, конечно, кто-то сюда приходит, ему важны деньги. Кто-то приходит, ему важно признание. Кто-то приходит, ему важно восстановить свое ресурсное состояние, энергетический потенциал, да, то, что сегодня очень многих дает такую просадку, ощутимую просадку. Многие приходят, потому что они хотят именно помогать людям. И что очень важно, это, конечно же, окружение. Вот знаете, такого окружения, как здесь, я нигде больше не видела. Это действительно вот сообщество таких духовно-нравственных, постоянно растущих, занимающихся своим самообразованием, своим развитием, желанием помочь. То есть это светлые, это чистые люди, наполненные, пропитанные любовью к другим. Это сообщество, которое включает людей из разных стран, независимо от возраста, независимо от религии. Здесь очень много людей разных национальностей, разного цвета кожи. И так здорово, что мы объединяемся ради того, чтобы делать этот мир лучше. Потому что то, что сегодня происходит, посмотрите, да мы включаем телевизор, и что мы видим? Да, напитываем, к сожалению, многие, они кушают сегодня этот информационный яд, который разрушает изнутри, но которым сегодня вот пропитан наш мир. Да, это различные войны, это экологические проблемы, катастрофы, когда сжигаются леса, когда загрязняются моря и океаны. И давайте подумаем, друзья, что мы оставим своим детям, какую планету мы оставим своим детям. А мы ведь в ответственности за это. Но многие об этом говорят, пишут, но не знают, как это решить, потому что один в поле не воин. И думают, что вот я один не смогу. Но именно поэтому образовалось наше общество осознанных людей, которые объединяются ради того, чтобы жить, ради того, чтобы делать этот мир лучше. И, конечно же, это круто. Поэтому очень много сюда приходят именно людей, которым это отзывается в сердце. Поставьте, пожалуйста, сердечки, любые значки, кому это отзывается в сердце, кто пришел именно ради того, чтобы делать этот мир лучше. Друзья, я сама педагог по образованию, много лет проработала в детском доме.
И знаете, то, что я сейчас сюда пришла, наверное, не случайно, потому что это тоже педагогика, только взрослая педагогика, но она основана на тех же трудах Ушинского, Макаренко, Сухомлинского, Яноша Корчика и многих других известных, Монтессори, известных педагогов. Круто! И впервые Владимир Довгань, да, основатель этой мощной индустрии, он решил, что педагоги будут зарабатывать хорошие, большие деньги, потому что именно они являются вкладом в развитие детей, в развитие людей. И вот здесь мы являемся все как раз-таки педагогами. Сегодня, друзья, рынок психологической помощи растет просто с необыкновенной скоростью. За последние 2 года он увеличился в 300 раз. Почему? Но мы уже сказали, потому что кругом очень много негатива. Да, мы живем в такое очень турбулентное, волнительное время. Много стрессов, много переживаний. Люди пережили ковид, когда мы долго сидели в заточении, помните это, да? И везло тем хозяевам, у кого есть собаки. Было написано, что одна собака может выгулять не более одного хозяина на морднике, да, все поменялось местами. Ну, вот такой немножко черный юмор, да? Но тем не менее, это факт. Многие заболели, многие потеряли работы, кто-то ушел из жизни, кого-то сократили, уволили, потеряли в инвестициях. Далее мобилизация, вот то, что сейчас происходит. Конечно, людей это не оставляет равнодушными. Конечно, сейчас люди наполнены вот этим стрессом. И самый большой дефицит сегодня – это дефицит радости. А теперь посмотрите. Вот телефон, какой бы он у вас ни был крутой, дорогой, там, последнего поколения, но если он заряжен, да, он выполняет свои функции, вы общаетесь, вы фотографируете, вы пересылаете там какие-то сообщения. Но если нет в нем энергии, что происходит? Как и машина без бензина. Нет энергии, это бесполезная вещь. Все, это просто металл. Вот то же самое происходит и с человеком. Если человек обесточивается, а сегодня у очень многих эмоциональное выгорание, то, как говорят, духом упал, и все, и пропало. Да? Что может человек, который не находится в ресурсном состоянии, который выгоревший, у которого апатия, у которого депрессия, что с ним происходит? Он в плохом настроении, кто-то выпивает, да, там курит, кто-то ругается, растут, пополняются психушки. Я прочитала, что у нас в России первое место по суициду среди подростков. Представляете? И кто, как не мы сегодня, благодаря этой волшебной индустрии, можем это поменять. И действительно, к нам приходят люди, вот я сказала, первая категория – это те, кто хотят помочь. Это прокачанные люди, у которых уже есть опыт работы с людьми, различные спикеры, тренеры. Да? Или же те, которые хотят ими стать, которые хотят прокачать свое ораторское мастерство, научиться там, публичным выступлениям, помогать другим людям. Это первая категория, это может каждый. А есть ведь люди, которые сюда просто приползают, раненые, душевно избитые, выгоревшие, не желающие жить. И знаете, что происходит? Всего за несколько дней у этих людей внутри загорается солнышко. Потом оно светит ярче, ярче, ярче. Эти люди наполняются радостью. Вы знаете, что оказывается радость, энергию можно прокачать, как мышцы в спортзале. Да, ребята, я еще являюсь тренером по йоге смеха, и у нас одна из первых важных ступеней – это как раз наполнение людей вот этой ресурсной силой, энергией и радостью, и человек меняется. Наверное, многие из вас слышали, что такое колесо баланса, да? Ну, когда, помните, разделили круг на 8 частей, написали основные важные сферы жизни. То есть это здоровье, это семья, это бизнес, это отношения, это окружение, это личностный рост, духовный рост, да, вот такой, деньги. Так вот, уже доказано, что просадка в любой из этих сфер, она тянет за собой и другие сферы. Ну, например, возьмите там здоровье, да, нет здоровья, ну, что дальше?
каком бизнесе или каким ты семенином будешь хорошим, да? То есть вот любое, это отдельно, конечно, тема. Так вот, здесь так поставлены методика, это онлайн-упражнения, тренировки, что именно по колесу баланса подтягиваются все сферы жизни. Здорово. То есть вначале, когда человек приходит, да, он учится радоваться, он понимает, где ему взять эти гормоны радости, эндорфины, да? Он наполняется ресурсом. И если даже кто-то пришел и говорит, ой, я тут как тряпка на диване, мне тяжело было встать с дивана, мне жить не хотелось. И здесь вдруг глаза начинают гореть, человек начинает светиться изнутри. Изнутри начинает светиться его надежда. И он понимает, что это не просто так, что это свыше, просто дай ему рука помощи. А дальше у него расправляются крылья. Потому что упражнение именно, которое вселяет уверенность, повышает самооценку, то, чего многим не хватает, потому что с детства забивали самооценку, и не смейся, и это у тебя не получится, и ты там разными плохими словами называли, да, обесценивали, кто-то члены семьи, кто-то на работе, кто-то друзья, социум, наше телевидение, да, нас так воспитало. И если ты сегодня ходишь, сутулившись, шаркающей походкой, значит, ты именно относишься к этой категории. Если у тебя сегодня зажаты мышцы, не открывается рот, и ты не умеешь смеяться, да, это тоже те блоки. Если у тебя сегодня холка, ты сутулился, это те камни, то бремя, долги, обиды и так далее, которые ты накопил и носишь за собой. А к чему это все ведет? Психосоматика. Ребята, вот то, что сегодня происходит, если мы не научимся жить в этом мире, адаптироваться и знать, где брать энергию, то психосоматические различные болезни, они ведут именно вот к разрушению изнутри и личности, и духовного, и физического здоровья. Так вот здесь ваши плечи распрямляются, и вы понимаете, что вы рождены уже победителем, что вы орел либо орлица, да, и у вас уже другие мысли, не как себя спасать, а вы почувствовали себе мощь, а как помогать другим. И у вас здесь и осанка, и у вас здесь и закалка, и вы начинаете по-другому мыслить, вы начинаете владеть своим эмоциональным интеллектом, то есть своими эмоциями, своими мыслями, а ведь мысли – чертежи нашего будущего. И то, что мы сегодня говорим, это сбывается завтра. И мы усилим, вот куда направлен наш фокус, то мы усилим, о чем мы говорим, то мы к себе и притягиваем. И вы поймете, как с этим работать. И также вы задумаетесь, а какая же у вас миссия, а какое у вас предназначение, а для чего вы пришли в этот мир, и что вы можете сделать для других. Если человек часто приходит на первом этапе вот в таком состоянии разбитом, то когда он духом воспрял, и у него все пошло хорошо, и он полетел в гору. И представляете, друзья, всего лишь за 10 занятий по одному часу для себя любимых можно выделить 1 час в день в онлайне. Причем у нас есть разное время. Вы можете выбрать утреннее, вечернее, дневное для себя любимых и прокачаться на 100%. И я очень рада, что сегодня у нас есть и детские группы. То есть независимо, ребята, сколько вам лет, да, или вы хотите, чтобы ваши дети, ваши внучата, может быть, тоже прокачались, и вы увидите, как у вас поменяются с ними отношения. Если вы хотите, чтобы ваши дети поменяли ценности, чтобы они ушли вот от этого телефона, от этих меркантильных вещей, там брендовые, там настоящие, не настоящие, а чтобы они думали больше о внутренней, о духовной красоте, чтобы у них были добрые отношения с родителями, уважение, любовь с бабушками, с дедушками, с другими родными, близкими, то вы сегодня можете и своих детей отдать вот на такие занятия. У меня 2 внучки сегодня проходят занятия, да, и потом я с ними еду на ретрит в Анталию. Да, друзья, здесь есть путешествия, здесь есть много всего интересного. И независимо от того, сколько вам лет, обязательно проходите. И даже если вы считаете себя там супер-пупер, там умным, там, знаете, как Сальвадор Дали, художник, сказал, не жди совершенства, ты его никогда не достигнешь. И если ты думаешь, что ты уже все знаешь, то ты остановился в развитии. Поэтому если ты все уже думаешь, знаешь, я столько прошел, все,
пройди еще раз. Мы здесь все у друг друга учимся. Мы, кто бы какого уровня ни был, мы всем утра сидим и с открытыми ртами заряжаемся и ловим каждое слово. И время от времени на прокачке ходим друг к другу, на эти онлайн-тренировки. И знаете, чем мы отличаемся вот от тех, кто просто прошел тренинги, семинары? Вот я тоже, знаете, такая тренинговая, такая вот прям фанат всегда всего этого была. Но я на что обратила внимание? Вот поехала я, может быть, кто-то знает «Матрица», такой тренинг есть Максима Темченко на Мальдивах. Такая приехала, или на любые другие. Вот. Ты такая прилетаешь и думаешь, о, кайф, драйв, там я сейчас горы сверну. Да? А потом точно так же, как телефон, опа, и садится подзарядочка. И ты один день такая, на второй день уже не такая, потом меньше, 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 потом думаешь... Куда бы еще поехать, да? Почему это не работает, ребята? Да потому что это все временно. А наше развитие, наша энергия, она длиной в жизнь. Именно здесь ты не просто напитываешься, не просто заряжаешься энергией, а ты здесь постоянно находишься в ресурсном состоянии, потому что ты сама, сам становишься тем энерджайзером, который уже может делиться этой энергией с другими. Круто? Круто. Потому что здесь формируются новые нейронные связи. Не просто ты поехал там 2-3 дня, неделю где-то прокачался. Нет. Это развитие длиной в жизни. Потому что ты сам становишься продуктом своего продукта. Потому что ты сам ходишь на прокачки. Ты проводишь эти онлайн-тренировки. Ты заряжаешься, ты растешь. Это такой классный, интересный, невообразимо творческий процесс. Потому что даже дважды ты не проведешь одинаково. И у каждого, почему я сказала, учимся. Потому что кто-то у нас проводит там через призму жизненного опыта, кто-то через призму, вот Наталья там часто библейские какие-то, да, такие вот приводит примеры из Библии, Светлана Ракитина, она любит различные цитаты, там пословицы, поговорки и так далее, да много, даже один и тот же человек, он каждый раз проводит по-новому. Так здорово. Не то, что ты там вызубрил, а именно творчески. Потому что вот вчера у тебя что-то новое произошло, и ты уже этим делишься. И когда ты видишь, как меняются люди, как меняются их сердца, когда ты знаешь, что вот вчера этот человек пришел с такой проблемой, а сегодня этой проблемы нет, она растаяла. Это так классно. Мы лепим эту проблему в снежок, закидываем и расстаемся с этой проблемой навсегда. Классно, классно. Поэтому, если у тебя есть долги, если у тебя есть проблемы со здоровьем, если у тебя сегодня проблемы в отношениях с супруги там, или с детьми, с родителями, с коллегами, с кем-то еще, то не зря сюда попал, не зря. И совершенству нет предела. Снимаем короны, ребята. То, что знает, оставляем. Становимся просто чистым листком бумаги. Поверьте, сюда много пришли людей, которые грамотные, которые много где прошли, учились, имеют не одно образование. Сюда пришли много легендарных, известных личностей. Вот недавно... Балерина, кто помнит фамилию, напишите в чате, да, прошла нашу тренировку, давала отзывы. А здесь есть Виктор Одинцов, это нейрохирург, врач высочайшей категории, это вот просто профессор, и он здесь. Недавно у нас прошел прокачку боксер, скажите... Так, Костя Дзю. Костя Дзю, да, пятикратный чемпион. И он тоже давал свои отзывы. Поэтому, друзья, сколько бы там ни было у вас знаний, если ты остановился, то ты остановился. Да? Поэтому иди вперед. И если у тебя есть знания, здесь именно ты их можешь монетизировать, ты можешь помогать другим людям. Чем мы отличаемся от психологов? Психолог качает какого-то одного человека. Он выбрал и 2 часа работает с ним. Там, ну, примерно, да, 1,5-2 часа. Очень многие психологи, они сами выгорают. Да? Здесь у нас группа, в которой могут присутствовать одновременно там, 10, 15, 12, 8 человек. Да? И ты одновременно сразу работаешь, даешь эту ту или иную тему,
прокачиваешь людей. У нас есть круг силы. Это вот просто необыкновенное чудо. Потому что когда человек развивается в кругу силы, это, знаете, вторая сторона медали. Не случайно названа круг силы. Да? И чисто у психолога этого нет. Именно поэтому много сюда приходят людей, которые, как я уже сказала, уже по своей профессии привыкли помогать людям. И сегодня, друзья, вот энергия и состояние – это сегодня самый тренд, это сегодня самый бренд, это сегодня самое востребованное. Кто из вас знает, слышал такое понятие, как эмоциональный интеллект? Нет, не, ну да, эмоциональный интеллект, искусственный интеллект, извините, искусственный интеллект, да? Ну, наверное, многие знают, да, вот вижу, пишете. Искусственный интеллект сегодня вытесняет уже многие профессии. И многие профессии еще отойдут. Поэтому если человек сегодня там работает в той или иной области, он может понимать, что бухгалтер он, дизайнер он, там, библиотекарь. У него нет сердца. А? У него нет сердца. Да, у него нет сердца, но завтра он может и потерять свою работу. И сегодня искусственный интеллект, он будет вытеснять все больше и больше профессий. А наша профессия, она сегодня самая востребованная, и она набирает скорость. Поэтому, друзья, мы с одной стороны приглашаем, если у вас есть какие-то запросы, ну, как я уже сказала, отношения, деньги, здоровье, энергия, что-то еще, приходите, прокачайтесь. Но очень многие после тренировок, они, видя свои результаты, они хотят сами помогать другим людям. Вот кто помнит такую профессию фитнес-тренера? Ну, знают. А ведь еще совсем недавно этой профессии не было. И люди там просто где-то собирались, качались. Ну, у некоторых там в подвале были какие-то там тренажеры дома, да. Никто не думал за это брать деньги. А сегодня это вполне престижно, да, фитнес-тренер, иметь своего тренера, ходить в фитнес-клуб. То есть это нормально. А мы сегодня, это ноу-хау. Нас никто не повторил, мы первые, мы самые мощные, мы сильные, востребованные, потому что мы интеллект-тренеры, и у нас интеллект-клубы, где мы прокачиваем не мышцы, а мы прокачиваем интеллект, прокачиваем мышление, прокачиваем мозг человека. И это самое главное. Это сегодня самое-самое востребованное, и будущее – именно за интеллект-клубами. Сегодня уже нас объединило 75 стран. Представляете, 75 стран, говорящих на разных языках. Как я уже сказала, у нас учатся и дети. Ну, моим внучкам вот по 11 лет, у меня две близняшки. Да, дети уже некоторые могут приходить с 8, с 9 лет. А знаете, сколько нашему старшему интеллект-тренеру, который проводит интеллект-тренировки? Не просто человек, который пришел, чтобы прокачаться для себя. Нет, он интеллект-тренер. Ему 92 года. Представляете? Причем он пришел действительно с проблемами, потому что у нас даже есть видео, если хотите, те, кто вас пригласили, они с вами поделятся. Так вот, он пришел с проблемами после ковида, у него исчезла память, то есть у него были какие-то вопросы со здоровьем. После наших тренировок что произошло? У него восстановилась память. И в своем видео он говорит, да во мне столько энергии, да я чувствую себя на 16 лет, да мой биологический возраст не соответствует моему паспортному возрасту. Представляете? Я была лично на его тренировке. Я слышала, видела этого человека. Какая там деменция? Человек, у него жизнь, он живет, он развивается. Он думает о том, как помогать другим людям. Круто. Кто так хочет 92 года? Поднимите руку. Поставьте сердечко. Кто хочет 92 года думать о том, как помогать другим? И вот в то время, друзья, когда сегодня каждый второй человек на планете, он болеет от хронической усталости, от депрессии, то сегодня растет и пополняется наша ассоциация – армия духовных, светлых, растущих людей, которые хотят изменить этот мир к лучшему.
остановить эти катастрофы, остановить эти войны. Потому что чем больше будет осознанных людей, энергичных, гармоничных, жизнерадостных, тем лучше и красивее будет наш мир. Ведь если человек внутри счастлив, разве он будет с кем-то ругаться? Разве он пойдет драться с соседом? Или что-то будет еще плохое? Нет, он будет другим людям улыбаться и думать о том, как бы что-то сделать вот хорошее, правда? И наша индустрия – это вот такая ментально-психологическая поддержка, которая помогает людям расти, которая помогает людям развиваться и духовно, и материально. И, друзья мои, я хочу сейчас, чтобы кто-нибудь из вас поделился тем, какие изменения произошли в его жизни после того, как вы прошли нашу методику. Да, я понимаю, что я сейчас должна тут включить, да? А, тут пишут 8 стран, 25 языков. Да, да, 25 языков, среди них язык и глухонемых. А, благодарю, такие отзывы, очень приятно. Где же это включить? Участники. Ну, по-моему, у меня написано выключить звук для всех, значит, у вас включен звук. Так, вот я попросить. Да. Сейчас каждый из вас может включить звук. И, пожалуйста, кто из вас может, ну, недолго, а вот самые такие вот, знаете, разительные, что было и что стало, контрастно поделиться. Пожалуйста. Я могу. Да, пожалуйста. Я могу. Угу. Здравствуйте всем. Я приветствую всех. Родные сердца, дорогие друзья. Мне очень приятно вас всех видеть здесь. Меня зовут Людмила Алышева. Я живу в Литве. С методикой я встретилась в интернете. Меня никто сюда не звал. Когда я увидела первые видео о методике, меня заинтересовало, что же это такое. Я стала очень интенсивно этот вопрос изучать. Я 3 дня, не переставая, с утра до вечера, очень интенсивно смотрела кучу видео, читала, интересовалась. И как-то все это так выглядело, думаю, да неужели это правда, неужели так может быть? И когда я слышала отзывы, что происходит с людьми, когда именно они эту методику проходят, и я пошла сюда ради интереса. Думаю, да неужели? Ну, думаю, так, если это правда, то деньги небольшие точно ради таких результатов. А если неправда, то деньги небольшие за эксперимент, за изучение ситуации. Неужели такое может быть? Потому что, ну, такие результаты обещались. И когда я даже не прошла, а только начала проходить методику, то методика превзошла все мои ожидания. Я не понимала, как это работает. И не может быть, чтобы просто от того, что я стала больше улыбаться или говорить хороших слов людям, или постояла у стеночки, вот такой взрыв происходит. Но я поверила просто тому, что тренер говорил, работает метафизика. Я была очень примерной ученицей. Мне надо было отработать деньги и понять, ну, на самом деле, чтобы у меня был чистый результат, чистый эксперимент. И действительно происходил взрыв энергии. Я стала гораздо уверенней. И я преодолела страх камеры еще в каком плане? Потому что когда я начала проходить тренировки, я болела, и я из-за этого очень... У меня вообще кожа сама по себе очень бледная. И плюс к этому я болела в тот момент, и когда надо сказали на тренировке, включите камеру, и я так, ой, так смотрю, ой, как же так, хрипела, думаю, что люди подумают про мой голос, кто я такая, я же приличная женщина, а тут такой голос, и вот почему-то вдруг в следующий момент я решила, ай, все равно,
Почему-то мне стало все равно, хотя еще даже курс еще не прошла. И я тогда включила камеру, и вот это все заработало для меня, завертелось, закрутилось, посыпались чудеса. Они, конечно, они были небольшими, но они пришли как будто из ниоткуда. И я действительно со временем позже осознала и почувствовала, что я генератор счастья. Я почувствовала, что внутри меня это постоянно вырабатывается. Стало расширяться мое сознание. Я гораздо смелее стала смотреть на свои перспективы, потому что я хотела там поучаствовать в каком-то очередном проекте до суперджампа. На это тоже требовались деньги, которые я успешно инвестировала в себя в суперджампе. И совершенно спокойно и уверенно я говорила и понимала, что я возьму самый дорогой пакет из того проекта. И я увидела, что действительно мое мышление, оно расширилось. Раскрылись мои, я увидела, что мои перспективы раскрылись, потому что ну, имею внуков, соответственно, возраст весьма зрелый, и поэтому как-то были такие мысли, а вот кем я буду вот работать до пенсии, вот, ну, энергия же будет вот уменьшаться, а как моя жизнь будет выглядеть там перед пенсией, во время пенсии, а будут ли у меня силы, потому что возраст пенсионный повышают везде, И сейчас. Да, и в суперджампе я просто-напросто поняла, все эти мысли у меня отпали, и я увидела, что у меня перспективы очень большие, и я действительно, я помолодела и душой, и телом, улучшилось мое здоровье. Супер, супер. Аплодисменты величайшей королеве. Благодарим вас. Да, от избытка сердца, говорят, уста, есть такое библейское выражение, да, потому что действительно молчать об этом сложно. Когда ты видишь, что происходит в твоей жизни, и в моей жизни тоже много могу рассказать, но я и так спикер сегодня хочу, поэтому вас тоже послушать, всем дать слово. И я Я хочу могу. передать слово своему партнеру, да, вот, величайшему лидеру Ивану Орджонухину, который недавно у нас появился в ассоциации. Вот он уже проходит и не первую тренировку. И я хочу, Иван, пожалуйста, расскажи, поделись, величайший лидер. Доброе утро всем, друзья, или добрый вечер, наверное. У меня всегда утро. Правильно. Добрый вечер, все друзья. Меня зовут Иван Орджонухин, я из города Тюмень. Но я сюда попал, суперджамп, волшебным, ну, чудесным образом. Вот. И хотелось бы мне вас спросить, как вы относитесь к психологическому и эмоциональному здоровью? Пожалуйста, поставьте сердечки. А как вы относитесь к своей улыбке, к своему смеху? То есть, что он для вас дает? Улыбка и смех. В окружении, даже где-то вы в каком-то окружении находитесь, как меняется настроение собеседников ваших? Тоже поставьтесь, пожалуйста, сердечки, если это все положительно происходит. Так вот, я не случайно, не зря это все у вас, ну, с вами разговариваю на эту тему. Моя жизнь, ну, поменялась и меняется до сих пор. Я в росте. Глубина вот этих тренировок и упражнений раскрывается все больше и больше с каждым разом. Это как маленькие ступеньки вперед, вперед, вперед. Знаете такой термин, как альпийский шаг? Знаете? Поставьте, пожалуйста, сердечки. Так вот, маленькими-маленькими шажочками все к совершенству, к улучшению своего состояния. Состояние вы, наверное, тоже так думаете, как я, что состояние души это очень важно, правильно? Для нормальной вообще жизни, для стрессоустойчивости. Правда ведь? У меня лицо поменялось. Вообще, мне скоро-скоро 50 лет исполнится, буквально через неделю. Представляете? А я выгляжу где-то, ну, почти 40 лет. Представляете? Вот. Что было до и после, у меня полностью изменилось лицо. Вообще супер просто. Настроение огонь. Можно моим настроением и моей энергией подключать всю планету. Энергию могу
давать. Представляете? Вот. Так что изменения колоссальные, возможности колоссальные. И самый главный человек в нашей жизни кто? Скажите, пожалуйста. Я сам, правильно? Вы сами. И от нас многое зависит. Многое-многое. Как мы... И как мы смотрим на какие-то вещи, да, в мир, в нашу жизнь. Поставьте сердечки, пожалуйста, кто так же думает, как и я, что с какими мыслями нужно ложиться спать, с какими мыслями мы встаем утром, да? Вообще, с какими мыслями мы живем в нашем дне, правильно? Вот. Кто согласен, что мысли – это наши чертежи? Наши чертежи будущего, правильно? Есть такая вот фраза, не фраза, а мысль даже, что сегодня самый лучший день. Вы знаете почему? Потому что вчерашнего дня нету, есть только сегодня. А завтра оно возможно. А возможно как? Возможно, ну, вот так вот. То есть настраивать себя, позитив, мышление. Мышление очень важно. Очень важно мышление. Вот, и настроение. Все начинается с улыбки. Помните такую песенку? От улыбки. Та-та-та-та-та. Помните? Да-да-да-да-да. Я там точно не помню, но примерно так. Вот. То есть все начинается с улыбки. Да, правильно? С настроения. Поэтому суперджамп, методика, да, вот 8, не то что жемчужин, я бы сказал, бриллиантов, да, бриллиантов. Они простые, они очень простые. Мы об этом все знаем, но не делаем. Почему? Потому что, могу сказать за многие, что погружаются многие в бытовую сферу, да, то есть заботы какие-то, еще что-то. И забывают просто вот про счастье, про свое счастье, про свое состояние внутреннее, правильно? Вот, есть же такое? Поставьте, пожалуйста, сердечки. Благодарю вас. Вы такие активные, молодцы. Вот. И что получается? И вот эти вот 8 бриллиантов, да, жемчужинных бриллиантов, нам помогают в сегодняшнем дне, чтобы мы, ну, радовались жизни, наслаждались, открывали новые миры, открывали себя. То есть есть же такая фраза «познай себя», правильно? А как это сделать? Вот, пожалуйста, через простые упражнения. Вот. Благодарю тебя, Иван. Благодарю, благодарю. Благодарю, друзья. У нас осталось 10 минут, потому что через 10 минут будет обучение. Если вас заинтересовало то, что вы услышали, если вы хотите попробовать, может быть, да, или уже приняли решение пройти тренировки, стать интеллект-тренером, что нужно сделать? Знаете, вы можете обратиться к своему наставнику, который вас пригласил, и уже сейчас, сегодня вы можете попасть на тренировку, которая будет через 10 минут, да, в 19 часов. Вот как раз сейчас начало, да. Вот. Я вам, конечно, рекомендую взять сразу лицензию. Почему? Знаете, сегодня супер льготная стоимость. У нас сейчас стоимость приравнивается к курсу доллара 20 рублей за доллар. Представляете? Ну, где вы такое найдете? Вот так вот для сравнения узнаете, по какому курсу из иностранных компаний. Тамара, выключите, пожалуйста. Иди пиши, иди пиши. Уже по писем, молодец. Да, мы все слышим вас. Спасибо, Тамара. Услышать. А еще я огурчики, Вов. А еще я могу сказать про сообщество, что здесь находиться в таком сообществе, в такой среде, здесь же многие люди хотят большие доходы, замечательные отношения, быть еще здоровее, чтобы путешествовать, закрыть все свои какие-то задачи, чтобы было комьюнити было со светлыми людьми, с духовными людьми. И как раз вот здесь сообщество интеллект-тренеров это создает именно эту среду и закрывает все потребности. И дает же нам возможность создать свое же сообщество интеллектуальных клубов. Юлечка, я тебя благодарю. Да, много вот ты повторила, повторение мать учения.
Да. И масштабироваться на мировом уровне, в таком же сообществе. Здесь каждый может, имеет Юля, право. Я задала вопрос и хотела, чтобы вы поделились все-таки своими результатами. Поэтому, ребята, конечно, дать очень приятно видеть, когда приходит сюда человек в одном состоянии, да, ну, например, у кого-то должен был быть развод, а в результате они поехали там, в очередное свадебное путешествие, у них начался медовый месяц. Да. Были люди, которые хотели даже уже там закончить жизнь самоубийством, в таком разбитом были состоянии, а сегодня они живут полны энергии, желания помогать другим людям, восстанавливаются взаимоотношения, кому-то каким-то чудесным образом возвращают долги. Да, у меня моя партнер вдруг купила, продала квартиру, купила шикарный частный дом, такой дом своей мечты, просто сейчас балдеет. То есть очень много чудес, очень много волшебства. И когда вы будете проходить, если вы будете выполнять все наставления, упражнения, домашние задания, работать в кругу силы, то вы увидите вот эти вот мощные результаты в своей жизни. Что вам нужно сделать? Обратитесь к тому, кто вас пригласил. Выберите лицензию. Я вам рекомендую лучше взять лицензию. Даже самая маленькая, она стоит сегодня 20 тысяч рублей. Это гораздо меньше, чем она, ее настоящая стоимость, потому что, уже сказала, приравнивается 20 рублей за доллар. Да. Так вот, если вы берете, ну, у нас сама тренировка, сами тренировки, курс 10 дней по часу, в среднем стоит плюс-минус 10 тысяч рублей. Но если вы берете лицензию, то эти 10 тысяч рублей вы экономите. То есть вот смотрите, если человек приобрел, заплатил просто за тренировки пройти, да, ну, заплатил там, допустим, 10 тысяч рублей или там 100 долларов, кто где живет, то потом он решил взять лицензию, он платит плюс 20 тысяч рублей. А если вы оплатили лицензию 20 тысяч рублей, но есть еще побольше, я вам рекомендую, конечно, с больших начинать, но просто как пример, у нас мало времени, даже вот пусть вы заплатили 20 тысяч рублей, то вам тренировки уже идут неограниченно, безлимитно, в подарок, то есть 20 минус 10, да, и вам обходится лицензия, это франшиза, это упакованный под ключ бизнес, всего за 10 тысяч, где вы найдете франшизу за 10 тысяч рублей? Скажите, пожалуйста, ребята, круто, круто. Вы получаете невероятный кабинет, где у вас бухгалтерия вся, где у вас 50 шикарных видеошкол от Владимира Довганя, от миллиардера. Вы получаете, ну, полностью инструкции пошагово. Там каждое утро и аудиоинформация. Там просто настолько укомплектованный кабинет и пошагово, как и что действовать. Представляете, франшиза за 20 тысяч рублей. А дальше вы можете апгрейд сделать. Это тоже большой плюс, потому что вам не надо брать большую лицензию, платить за нее 100%. А вы уже заплатите за минусом тех денег, которые вы раньше заплатили. Круто, круто. И вы сформируете новые нейронные связи, вы каждый день будете прокачиваться, вы будете начинать свое утро, как и мы, с радости. А кто верит, что как ты утро начнешь, так и день пройдешь, правда? Так вот, мы каждое утро начинаем именно с заряда бодрости, энергии. Это такой вот, знаете, как классно-классно, такой положительный, позитивный наркотик, когда ты напитываешься энергией, ты сама становишься просто энерджайзером. Это уже на уровне привычки, как зубы почистить. Тебе не нужно куда-то там ехать, платить на какие-то тренинги. Вот, ты сам здесь продукт своего продукта. Ты уже лицо, ты уже понимаешь, ты знаешь все инструменты, как наполняться энергией. И здесь к каждому упражнению вы получите вот эти инструменты. Круто, круто. И если вы выберете профессию интеллект-тренера, то знайте, что у вас будут... сертификат, у вас будет диплом международного образца. И где бы вы ни находились, вы всегда сможете делать тренировки. Хотите в офлайне, хотите в онлайне, в любой стране мира. И для этого вам не нужно складов, не нужно товара, не нужно логистики, привязки там к этим продуктам, как это все уже надоело, правда? Вы не зависите. Вы свободный человек, вам нужен только любой гаджет, интернет, все. Находитесь вы в путешествии, сидите вы где-то в офисе и везде говорите, этот офис мой, я имею в виду в отеле, да? Сегодня ваш отель на берегу океана, сегодня ваш там офис в отеле в каком-то классном, крутом. Хотите, это будет на даче, в лесу. Здорово, везде, где есть интернет, везде ваш офис. И ваши знания, вот продукт.
Все, информационный, образовательный продукт. Круто, не нужно выкупать, закупать, складировать. А можно нести людям добро, менять этот мир к лучшему и вместе с тем зарабатывать достойные деньги. Классно? Кому это понравилось, поставьте, пожалуйста, знаки. Ну и, дорогие друзья, 19 часов сейчас, 2 минуты начинается тренировка. Обратитесь к тем, кто вас пригласил. И буду рада вас видеть. До новых встреч. С вами была интеллект-тренер, суперинтеллект-тренер 6-го ранга Иванова Лариса. Всех обнимаю, всем мира и добра. Спасибо. Благодарю. Благодарим, благодарим вас. Благодарим. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Супер, Лариса, супер подача. Спасибо, спасибо, благодарю. Благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю.